Okay, okay, thank you. На ковре будет красным крикой борется Ирина Лагомова, команда России. Ирина Лагомова, 13 лет, занимается борьбой. Тренер Андрей Гузин, Владимир Ильичинов. Ирина, серебряная призерка чемпионата мира 2014 года в Ташкенте. Бронзовая призерка чемпионата Европы. Чемпионка России. Победительница международного турнира «Голден Гран-при» Иван Юрген. Татьяна Владимировича борется с симметриком, команда Украины, город Львов. Татьяна 10 лет в борьбе, тренируется под руководством Мельникова и Скобельского. На чемпионате мира 2013 года она заняла пятое место. Серебряная призерка чемпионата Европы. Серебряный призер на чемпионата Украины. На ковре А победу одержала Хикари Сугавара, Япония. На A the winner is Хикари Сугавара, Japan. Счет на ковре А 3-0 в пользу команды Японии. Приглашаются в оценивающую категорию до 58 килограммов Рисако Кавай, Япония, Александра Волженска, Польша. Men A weight category under 58 kilos, Risako Kawai, German, Alexandra Volchkovska, Poland. На ковре А в красном крюке выступает Исако Кавай, Япония. Ей 21 год, 13 лет занимается борьбой. Участница чемпионата мира, победительница чемпионата Европы, серебряный призер чемпионата Японии прошлого года. Ее соперница в синем крюке Александра Волошко, ей 18 лет, 8 лет занимается борьбой. Бронзовый призер первенства мира
кадетов прошел победитель первенства Европы среди кадетов также прошлого года. Чемпион Польши. На галерее Атомы лежала Лисаго Навай, Япония. Счет 4-0. Приглашаются борцы с категории до 60 килограммов. Канако Амирата, Агнешка Кроль. На ковре Б победила Татьяна Лавренчук. Счет становится 2-1. 3-1 это что такое означает?